Вот, видишь, смотри. Вот это ягоды. Вон, смотри. Ягоды. Шипавник. Не шипавник, а шиповник. Я так и сказала, прикол. Смотри, он очень полезный. Из него будем сейчас заваривать чай делать. Вот в этом термосе. Вот здесь вот я его уже помыла. Вот этот вот я помыла. Видишь, он чистенький такой. Смотри, какой красивый. Вот. Вот это называется термос. Да, и все знают. Почти. Все знают. Ты тоже знаешь, да? Да. Для чего термос нужен? Ну, чтобы согреть тепло и холод сразу. Может. Можно и холодную воду держать, да? И горячую. Да. Мы сейчас будем с тобой не заливать... только воду. Ну, не только воду. И молоко можно, да, холодное, да? Смотри, мороженое. Да? Мы сейчас будем заваривать с тобой вот эти ягоды, шиповники. Это будет витаминный чай. Вот сюда сейчас засыпай. Бери вот, засыпай сюда. Ты весь не... Нет, тебе надо не так. Вот так вот бери и закладывай сюда. Бери вот так вот и засыпай. Очень мы сделаем чай витаминный. У нас будет с тобой очень вкусный напиток, полезный. Молодец, видишь? Все. Мы сюда засыпаем. Сейчас сюда надо залить водички. Сейчас я залью воды. Так, у меня кипяток был. Кипяточек. Кипяточек. Через верх вода пошла. Ой, ой, все. Облом получился. Короче, переборщила я с кипяточком. Очень много у меня получилось. Будь здоров, Степа. И вот так вот надо сейчас. Ой. Опс. Оп. Все, вот так вот я сейчас прикрою. Закрою. И закрою вот этой плотной крышкой. И вот уже через полчаса или через час уже все настоится, и можно будет пить этот чудесный божественный напиток. Вот через полчаса посмотрим, как у нас заварился шиповник. Время прошло уже больше часа. Я сейчас открою термос с заваренным шиповником. Степа, все заварилось. Ягодки заварились. Так, подожди. Вот такой вот получился настой сиропа. Понюхай сиропа шиповника. Пахнет как вкусно. Угу. Можно прямо пить. Такой вот красивый. Золотой. Золотой. Вот это витаминный чай. Чай здоровья. Ничего сложного нет. У меня остались вот такие вот еще сушеные. Уже не сушеные, а разваренные плоды. Но я их обратно закину в термос. Закрою крышкой. А вот этот сироп, не сироп, а настой вот этот, уже готовый. Можно будет пить. Очень вкусно. Я сейчас попробую. Я буду пить. Вы знаете, кисленький, приятный. Кто-то может сахарку добавить. Я вот сейчас Степе сахарку добавлю. Для себя я просто буду, выпивать вот этот витаминный стакан. Это просто еще одна оздоровительная, можно сказать, бомба для своего здоровья. Вот. Здесь очень много витамина С. Витамин С – это ваш иммунитет. Это спасение от всех ваших болячек. Как раз сейчас такой период, после весны переходим в лето, и нам надо пить вот такие вот живые витамины, живой витамин С. Я сейчас сделаю Степе, и Степа будет. Попробуй и скажи, какой вкус? Как тебе нравится сироп шиповника? Ой, что сироп? Отвар шиповника. Вкус как... кислый чуть-чуть.
Ну, я тебе сахарку добавила немножко. Как компотик приятный, да? Ну, Степ, вообще, смотри, какой вкусный. Вот это вот настоящие витамины, живые витамины. Можно пить каждый день. Ну как? Вкусно. Вкусно? Здорово. Все отлично. Все, будем пить такие витамины. Вот Степан выпил свой стакан. А я буду пить без сахара вот такой вот просто натуральный отвар. Плоды шиповника, сухие плоды можно купить в аптеке, они продаются уже в коробках или на рынке купить развесные. Вот такие орехи должны быть у вас дома. Да. Да, Степа, и вот такие орехи должны быть у вас дома. 3-4 орешка в день, это горькие косточки абрикоса, вы должны съедать. 3-4 орешка в день.